ходе дела, вот косточки, они были выковырены, они были помыты, высушены. Сушка дня два, это на солнечном у меня этом лоджии два дня. Смотришь, сухие. Чуть-чуть не досушил, могут потом в песке это, гнить начать. Вот они. Встречаются абрикосы. Меня спрашивают про сроки. У меня сроков нет. Знаете, когда я прочитал, что груши, ой, сливы надо срецировать 108 дней, я разделил на 30. Получилось 6 месяцев. А у меня на третий месяц они всходят. Кому верить? Я тогда понял так, что и им надо верить. А вы попробуйте в холодильнике обеспечить 0 градусов. И вместо 6 месяцев, через 3, сливы просыпаются. Я говорю, сливы закладывайте когда? Я должен был сказать в среднем, ну, например, в январе. Накидываем 3 месяца, февраль, март, апрель, пора садить. Но я на всякий случай, я помню как. Взять, допустим, 1 апреля. На юге цветение, на севере бураны снежные. Вы представляете, в один тот же день. Вы смотрите центральное телевидение, это прогнозы погоды. Там цветет, там бураны. Тогда я пишу от обратного. За 3 месяца до посадки сливы, а абрикосы за 2 месяца до посадки. А груши уссурийские подвоенные, смотрите. За 2 месяца до посадки, видите, февраль, добавляем март-апрель. Для чего говорю? Это просто сам принцип. Сейчас я коротко, мы еще будем проходить сертификацию. И каждому, кто выписывает семена, я высылаю 10 роликов. И как посадить, и как сертифицировать. Все, я свой долг перед страной выполнил. Потому что мои эти, вот. Вот в таком виде рассылаются они, начиная с февраля месяца. Так, до этого лежат сухие. Что такое сухие? Баночка. Проветривание где-то раз в 10 дней, 15 дней. И в холоде. Желательно, чтобы не было никаких перепадов. У меня хранятся, например, в погребе. И лежат никому. Сергей лежат в погребе. Вот. Которые ближе к работе, те лежат в холодильнике. Но им не хлопает никто. Там нет продуктов в нем. Там только одни эти банки. Стеклянная банка, плотная крышка. Вот. И лежат в прекрасном сохранении. И еще скажу, вот вспомнил, это новость такая, потом Бродский подтвердил, я вам говорил, еще раз скажу. Абрикосы, которые лежали лишний год, по опросам, не опросам, а по отзывам, тех, кто покупал и свежие, и прошлогодние, то есть как бы свежие, это значит урожай последнего года и урожай предпоследнего. Садили одновременно, урожай предпоследнего года, схожесть лучше. Вот так. А потом, когда я еще позвонил Бродскому, говорю, представляешь это, Юрий Васильевич, это самое, прошлогодние абрикосы. Я уж боялся высылать, я думал, матом меня покроют. Все довольны, ну не все, большинство. Он говорит, а ты что не знал, что после Лёшки они еще лучше сходят? Не втерпёшь, вот все, что я мог придумать. Ладно, идем дальше. Подробно все в этих самых, и было, и будет еще, пока сам принцип. Иначе мы никогда с вами не закончим эти разговоры. Вот. Сегодня третий, да, про абрикосы. Значит, все эти абрикосы достануты из одного ящика с песком. Так, это лишний раз говорит об их характере. Этот не взошел. Возможно, он должен ждать еще год-два, катаклизма ждать. Всемирного ждать катаклизма. Вроде бы, там, когда все погибнет на земле, стужа, лед пройдет, а он возьмет и взойдет. Вот это его роль. Вот. А это средненькие, эти, оказывается, должны были раньше взойти, потому что для более южных краев попали в Сибирь, а должен быть более южный край. Разброс этот не случайно. Это в программе любого дерева, которое пережимовало мороз, оттепель, мороз, оттепель. Целый ледниковый период, тысячи лет, которые их не убили все равно. Так, все равно умудрились выжить где-то на краю этих самых ледников. По краям ледников. И получилось так, что как будто это какое-то божественное создание. На все случаи жизни. Представляете? Вот. Я просто сам вот это придумал, вот эту вот самую фотографию. И сам ей восхищаюсь. Ну и второй момент обязательно. Смотрите, где хранила шейка. Почему? Вылазила, посажена была где? В
вот на этой глубине, вот так вот. И дальше должна была сдохнуть базар на этой глубине. Об этом наука не знает. Это все равно, когда вот так вот закопал вот на такую глубину, корневая шейка, видите, а это уже не корневая шейка. Вот, это уже росток. Он отсюда появляется. Где-то я вам покажу сейчас. А, вот, видите? Вот. Ну, в общем, неудобно, я столько раз вам это говорил. Ради бога, не закапывайте ни на такую глубину, ни на такую глубину, ни на такую глубину, ни на такую глубину, ни на такую. Вот где-то вот здесь, вот так вот. Ну, тут их ждут мыши. Вот так вот. Я никогда не скрываю, вот я такой умный. Закопали на такую глубину, смотришь, зашло из 190. У вас огромный сад, заказав 100 косточек за пару тысяч рублей, можно вырастить огромный сад. А потом он умрет. Это вот эта крайность. Ой, извините за смех, это грустный смех. А вот эти вот, да, которая посажена была, он, может быть, тоже был посажен на большую глубину. Просто он, у него тормоз, он, это косточка тормоз, она отстала. Хотя она тоже с большой глубины, может, она вот так была закопана. Но сам принцип, я надеюсь, вы поняли. Вот. Мне обидно потом, приходит письмо, просмотрела ваш фильм, ничего не поняла. И таких несколько писем было. А потом меня ругают за то, что это, я долго рассказываю. А я под таких подстраиваюсь. А кто-то уже все это слышал. Так. Ладно, вот. Корневая шейка, корень, росток. Так, но опоздал. Я пишу перерошие. Вот этот можно спасти. Вот этот, ну можно, но негодная к посадке, имеется в виду к нормальной посадке. Без извращений. Тут уж надо извращаться. Садить можно. У меня, я когда такие садил, у меня таких было... Первый год, знаете, как вам сказать-то? А, не до этого, 1000 штук. Вот их же, кстати. Их же с этого же ящика. Раз... Знаете, сколько взошло? Ой, страшно говорить, процентов 20-30. А для меня это 1000, это значит, что я не разорился, с голоду не умер. Вот. Тогда я начал уже вот так вот аккуратненько, и у меня процент дошел до 50. То есть косточки, а у вас часто такое будет случаться? Нет, завтра посажу. Нет, дождусь майских праздников. А потом достали они вот такие вот почти все. Вот тут вы попробуйте. Раз это, ждали праздников. А еще этот, ждали, допустим, календарь, как он называется, этот, лунный календарь. О, что вы, они вас научат. Да. Вот эту фотографию, первую, когда я начал умнеть, я вначале не понял, что творится. Я же садил под землю, но не глубоко. А, помогла, это, то есть, где-то 2-3 сантиметра, дурак дураком, а был сильный ливень, а земля песчаная, их размыло. Но они были под землей. Потом смотрю, глазам не верю. Вот видите как, вот, например, вот этот вот росточек, да? Вот, вначале она лежала себе, никому не мешала эта косточка. Потом она пустила, смотрите, вот так вот. Уперлась эта нога. Вот, уперлась и повернулась, вот эта вот голова у нее развернулась. Вот, смотрите. И косточки все оказались, косточка имеется в виду, скорлупки, вот они оказались снаружи. Вот. Это еще допустимо, чуть-чуть прикопано, почему? У меня допустимо, почему? У меня очень сухая, не сухая, нет, не то слово применил, песчаная почва. А песчаная почва быстро высыхает. И у меня все-таки абрикосы, сами видели, живут 20-30 лет, живут, и от старости еще ни один не умер. Еще ни один. Если гноил, то да, я за все годы потерял несколько абрикосов. Что было, то было. Но это как раз, которые в ямку попадали. По дурости. А, допустим, где-то чернозем, где-то, знаете, помните, у Гоголя где-то было, как он назывался? Сейчас помню. А, у Гоголя было, где, по-моему, у Гоголя, где описывал, как телега вместе с конем утонула прямо на дороге в грязи. Ну, можете представить себе, какая почва после дождя? Вот. А такая почва бывает. Там, наверное, даже вот это недопустимо. Тогда давайте искать варианты. То есть я все-таки на сантиметр присыпал.
пол сантиметра съела этот самый ливневый дождь, я запомнил его, потому что посмотрю, кое-где косточки начали проглядывать. Вот. Ладно, смотрим дальше. Ага, вот кто-то взял, горшочки посадил, а потом горшочек высадил. Так? Горшочек это здорово, у него прекрасно взошли в горшочках. Наверное, это было где-то в домашних условиях, после холодильника, после погреба. Но есть одно но. Здесь, правда, мне не нравятся вот эти вот углубления. Уже это может сгноить корневую шейку. То есть, хотя я уверен, что вот это холм, скорее всего, это гряда. Ну, я догадываюсь, это мне таких снимков сотни прислали. Я купаюсь в этих снимках и с удовольствием их изучаю. И вы тоже. Поняли, все хорошо, если вот тут не сгниет. Все углубления все равно оказалось. Это, знаете, я 100 раз видел. Берут, все-таки насыпают на холм, а в холме делают ямку. Вот и смех, и грех. Ладно, проехали. Вот видите, вот этим ничего не страшно будет. Это явно гряда. Пусть без этого самого, скорее всего, тут и выросли. Но если шкарлупки валяются снаружи. Я раньше дураком был, я считал, что их эти выкапывают, мыши. Ну, потом исправился. А, кстати, мыши выкапывают, но не всегда. Ладно, теперь вы поняли, вот наглядно. Шкарлупки наружу, впереди долгая счастливая жизнь. А когда один из известных садоводов, абрикосоводов, вот, остепененный, пишет, что на 5-6 сантиметров закапывать надо, я до сих пор, мне так обидно. Вот. Я у Латинкова в гостях, да. Мы сидим на кухне после семинара. Большая наша компания, дружная команда. Сидим, разговариваем, все. Вот. Да навсегда запомню. У меня эти вещи врезаются. Константинович, ну-ка это. А я только про рассказывал то, что сейчас вам рассказывал. С большого экрана, там сотни зрителей. Вот. Большой зал. Пойдем. Ну, тут же компания... Не все же садоводы. Отвел в сторонку. На, открывает книгу. Говорит, фамилия знакомая. Я говорю, еще бы. Ведущий абрикосовод. Считай. 5-6 сантиметров закопать косточку. Ну, разве так можно? Вот, жаль, я вот книгу не попросил у него. Очень жаль. Вот. Можно было бы, не называя фамилии, бросить у меня фотоаппарат, перепечатать эту страницу. И показать опять получается, как не надо садить. А все мои фильмы и все мои вебинары сводятся к идее, как не надо садить. Вот. Вот тут видите, как замультировано. У всех холмов, у всех гряд есть недостаток. Они быстрее высыхают. Помните, я вам показывал свой же холм, там где это, как говорил, две географические зоны. Склон больше, высыхает быстрее, прогревается лучше. Но зато высыхает склон. И так и тут. Замультировали. А что теперь будет? Может, этих абрикосов моих, а фотографии прислали. Может, их уже в живых нет. Вот так. А может быть, кто-то догадался, уже разгреб это все. А для чего мульчировали? Чтоб не пересыхал. Вот плюс на минус. Чего больше? Вот и гадай, вот эти вот абрикосики мои живы или нет? Понятия не имею. А годы идут, а я не знаю. Еще вариант прислали. Глаз отдыхает. Железская помаленечку берет свое. Но лет надо 500, если такими темпами. Посмотрите, как здорово вырастили в ведрах. Ну, понятно, временно. Но замечательно. Тоже глаз радует. Это не мой снимок, кто-то это сделал. У меня стоит такие полы. А это вот Сергей. Вот теперь скажите, какова схожесть у маньчжурского абрикоса? А у кого-то ни одного не взошло. Я опять тогда возвращаюсь. Смотрите, чуть-чуть переувлажнил, сгнивает косточка. Чуть-чуть, не, ну, это редко так бывает. Они все-таки сырость хорошо держат. У меня они держали сырость, погреб кирпичный. Много лет я этим занимался. Про холодильник я не думал. Кирпичный погреб, вверху бетонная крышка. И с этой крышки всю зиму капало. В том числе и на этот самый, на, как называть-то, ну, большая-большая кастрюля с песком, в которой эти же 1000 косточек хранилось. Сырость невероятная. Весной смотрю, всходы. Прямо в черном холоднючем погребе уже всходы. Пусть они не зеленые такие яркие, а такие
заморыши, ну, всходы. Потом я выворачиваю просто посреди сада, и получается, то есть сырость не так брала. Вот. Но кто-то еще сырее делает. Почему? Потому что присылает мне, допустим, косточка лопнула, а внутри гниль, явно переувлажненная. А другая крайность, косточка, не хватило ей влаги, особенно, вроде бы я рекламирую холмы, рекламирую гряды, а она, ей не хватило влаги. Ну, приехал раз в неделю, полил. Она живая, но он не захотел, не взошла, все. Вот, не верите? Вот так-то второй год.